Hola a todos, hoy aprendemos español con una nueva canción que se llama Quédate. Всем привет! Сегодня продолжаем учить прекраснейший испанский язык с новой песней, которая называется «Quédate» или «Останься». Это призыв, да? Казалось бы, такое простое слово, но в испанском его не так просто сказать. Почему это так, узнаете из сегодняшнего урока. Сразу скажу, что песня это баллада. То есть она достаточно медленная, она очень мелодичная, и в ней очень и очень четко слышны все слова. Поэтому воспользуйтесь этим. Здесь много важных слов, которые вам понадобятся потом для общения. Старайтесь их взять, старайтесь на них обратить внимание. И все, я думаю, проблем никаких у вас дальше не возникнет. Итак, давайте посмотрим на текст этой прекрасной поэтичной песни. Итак, первая фраза, которую вы тут видите, это Quédate, да, собственно, название. Означает «останься». Сам глагол «оставаться», он возвратный. То есть, что это значит? То сказать просто одним словом «я остаюсь» нельзя. Это будет комбинация из двух слов. Сам глагол звучит как «quedarse», как бы «оставлять себя». И вот это «se» вам нужно превратить в частичку, соответствующую нужному местоимению. Но, допустим, «я остаюсь», «я» — это «yo», а «остаюсь» будет звучать как «me». Quedo, то есть я меня оставляю. Yo me quedo. Ты остаешься. Tú te quedas. Мы остаемся. Nosotros nos quedamos. И так далее. То есть обязательно обращайте на это внимание. Если же идет призыв к действию, такая просьба, то вы это «te» оставляете, соответственно, в конце, да? В конце глагола получается quédate. Ударение у вас уже стоит. Итак, смотрим на текст самой песни. Apareciste así. Ну, с простого слова начинаем. Así означает вот так или таким вот образом. Как это можно использовать? Смотрите, допустим, hablo español así. Говорю по-испански вот так. Или там, hago las cosas así. Делаю вещи так, в смысле поступаю так. Es así. Это вот таким образом, это вот такое. Или там, no es así, это не так, и так далее. Окей, идем дальше. Здесь мы видим слово apareciste. Apareciste – это глагол aparecer, а точнее его форма для ты еще и в прошлом времени. То есть aparecer, tú apareces, означает ты появляешься, да? Tú apareciste, ты появился, только ты здесь опущена. А какие слова еще имеют такое окончание? Допустим, tú dijiste, ты говорил, tú hiciste, ты делал, tú hablaste, ты разговаривал. То есть, как видите, окончание для этой формы ты в прошлом времени, оно то же самое практически для всех глаголов, только с небольшими там отличиями. Dijiste, hiciste, fuiste и так далее. То есть, это все касается ты. И fue означает было. Fue это форма глагола ser, означающего быть. И fue el destino, судьба, destiny. Que nos quiso reunir. Quiso происходит от глагола querer, то есть хотеть. Que nos quiso, которая нас хотела, reunir. Объединить, как бы соединить. Да? Reunir. Uno это один, unir, соединять, объединять. Algún camino. El camino это путь. Algún означает какой-то. Да, у нас уже было это слово, по-моему, в какой-то песне. Algún camino de otro tiempo. Otro. Tiempo означает другое время. De otro tiempo, из другого времени. Más feliz, более счастливого. Feliz это счастливый или счастливая. Más feliz, более счастливый. Te trae de nuevo aquí. Aquí означает здесь или сюда. В данном случае сюда. De nuevo. Заново или снова. Тетрае тебя переносит. Траэр это привести, принести что-то. Траэр, тетрае де нуэво. Заново, аки, сюда. Ми вида означает моя жизнь, ла вида жизнь. Аманесьо, аманесер это расцветать. Аманесьо это прошлое время для этого слова получается расцвела. Ми вида, аманесьо. И када луш, и каждый луч, вообще la luz это свет, луч можно перевести еще как луч или огонек. И cada luz de mi universo. Universo означает вселенная, то есть de mi universo, моей вселенной, se encendió, то есть вспыхнул. Encenderse означает вспыхивать или воспламеняться.
en otro rostro. El rostro означает лицо, в смысле лик или образ, может быть. En otro rostro, в другом лице, me dijiste. Dijiste – это то, о чем мы говорили. Apareciste, hablaste, fuiste – это все форма для ты в прошлом времени. То есть, decir – говорить, dijiste – ты говорил, tú dijiste – ты говорил. Ты мне говорил, tú me dijiste. То есть в другом лице ты мне говорил «aquí estoy yo» – «здесь нахожусь я» – «aquí estoy yo». «Estoy» – форма глагола «estar», означающего «находиться». «И yo» – «я» – «te conocí» – «ну, очевидно, узнала тебя», то есть «и я тебя узнала», дословно. «Conocer» означает «узнавать» или «знакомиться с кем-то». «И mi vida» – «и моя жизнь», «te» – «мою жизнь», «te» – «ofrecí». Offreci, то есть предложи, тебе предложила. Offrecer означает предлагать. Quédate, то есть останься. Que este tiempo es nuestro. Que это как сокращение от porque, потому что, что. Este tiempo, это время, el tiempo, время, es nuestro, есть наше, то есть является нашим. И el amor, то есть любовь, tiene ganas de volver. И el amor tiene ganas de volver. То есть и любовь tiene ganas означает хочет, но более дословно это можно перевести как имеет охоту что-то делать. И el amor tiene ganas что делать? De volver. То есть возвращаться. И любовь хочет вернуться. Как это можно еще использовать? Смотрите. Берете глагол tener, иметь, ставите в нужную форму, допустим, yo tengo, я имею охоту что-то делать. Yo tengo ganas de comer, я хочу есть, мне хочется есть. Yo tengo ganas de beber, я хочу пить. Tengo ganas de hablar, хочу говорить. Tengo ganas de viajar, хочу путешествовать, в смысле, мне хочется, да, вот мне сейчас охота путешествовать. Это выражение tener ganas, когда что-то, чего-то хочется, да. Quédate, останься. Hoy no te me vayas como ayer. Хорошо, здесь немного сложная конструкция. Давайте посмотрим на нее с конца. Ayer означает вчера. Hoy – сегодня, ayer – вчера. Como – это означает как. То есть здесь такое сравнение. Como ayer – как вчера. Hoy – только что вам уже сказал, это сегодня. No te vayas – это тоже призыв, типа как quédate, означающий «не уходи». Происходит от глагола ir, и это его форма для ты в так называемом субхунтиво. Да? Позже вам расскажу, что это такое. Пока это не важно, просто запомните, что «не уходи» – это no te vayas. Даже форма irse. Видите, он так, точно так же возвратный, как me quedo, nos quedamos и так далее. «Не уходи от меня, no te me». Bayas, como ayer, как вчера. И дальше идем. Te fuiste, тот же самый глагол irse, о котором мы только что говорили, то есть уходить. Ir это идти, irse это уходить. Te fuiste означает как бы тебя ушел. Он возвратный, поэтому требует частички, указывающие на местоимение. Te fuiste, ты ушел. Aquella vez, aquella означает та. Но слово la vez это раз, то есть та раз дословно, ну в смысле в тот раз. И yo en mis sueños, и я en mis sueños, los sueños это сны, я в моих снах, tantas veces, столько раз, слово vez это раз в единичном числе, la vez, а unas veces это несколько раз, то есть много раз, muchas veces можно сказать. И tantas veces en mis sueños, tantas veces, столько раз, te busqué, тебя искала. Busqué, это тоже прошлое время, да, для формы я, допустим, hablé, conocí и все остальное, это все оттуда. Глагол звучит как buscar, искать. Entre los ángeles. Вот это интересный вариант. Между ангелов, да, или среди ангелов. Как вы знаете, известный американский город называется Лос-Анджелес, да, но по сути, по факту, в испанском языке его называют Лос-Анджелес, что просто означает ангелы во множественном числе. Вот отсюда собственное название, видите, город ангелов, Лос-Анджелес. Х. Tu voz, то есть твой голос. Imaginé. Imaginé означает представлял или представляла. То же самое прошлое время.
Así me conformé. То есть así означает так или таким вот образом. Me conformé. То есть это означает так мне соответствовал дословно, да, можно сказать. Me conformé или мне подходил. Conformarse – подходить. Как бы возвратный глагол. Pero означает но, ahora, сейчас, te, или сейчас или теперь, te encontré. То есть тебя нашла, можно сказать, или тебя нашел. Ну, как по-разному можно перевести. Encontrar – это находить. Далее припев повторяется. Quédate, останься. Que este tiempo. Потому что это время es nuestro, есть наше. И el amor, и любовь, tiene ganas, то есть хочет, имеет охоту, de volver, вернуться, возвращаться. Quédate. И дальше еще один идет призыв и обращение, да, к тебе. No me dejes sola otra vez. Итак, otra vez означает снова или еще раз. Dejar означает оставлять. Dejar sola, оставлять одну. No me dejes, не оставляй меня, sola. Sola, то есть одну, otra vez, снова. Тоже субхунтиво, о котором позже скажу. Que la noche es larga. La noche означает ночь. Es larga. То есть ночь есть длинная. В смысле, ночь такая длинная. La noche es larga. El día, допустим, значит день. Si no estoy contigo. Si no estoy, если я не нахожусь, если я не есть, это глагол estar, si no estoy, contigo означает с тобой, contigo, с тобой пишется одним словом. То же самое касается слова, допустим, conmigo, пишется тоже одним словом, без разделений. Si otra vez, если еще раз или опять, me lanzas, lanzar это бросать, то есть tú me lanzas, ты меня бросаешь, al abismo, el abismo это ад по-испански, то есть если еще раз меня бросаешь. Al abismo, si otra vez, если еще раз, то есть если снова, te vas. Te vas – это форма опять-таки того же глагола irse, означающего уходить. То есть как бы, если еще раз, тебя уходишь. Tu vas означает ты идешь. Tu te vas означает ты уходишь. Quédate, останься, por favor, естественно, вежливое обращение, пожалуйста. Дословно это значит как бы за услугу или за одолжение. Вот примерно такой смысл. El favor – это одолжение. Por favor – пожалуйста. Por siempre – навсегда. Siempre – это всегда. Quédate, que este tiempo nuevo. Потому что это время, este tiempo nuevo, новое, como el sol, то есть как солнце. El sol – это солнце. Nos abriga el corazón. Abrigar означает греть. Nos abriga, нам греет. Что? El corazón. El corazón, вы уже, наверное, знаете из прошлых песен. Означает это сердце. Quédate, que no vuelva, то есть чтобы не возвращался. El frío. Frío означает холод. Допустим, можете сказать hace frío, сейчас холодно, в смысле делает холод, или hace muy frío hoy, то есть сегодня очень холодно. То есть, чтобы не возвращался el frío, холод, en el adiós, ну, то есть в прощании, adiós это прощание, el adiós в прощании или холод прощания, просто можно сказать. Quédate, que este tiempo es nuestro, y el amor solo quiere renacer. То есть останься, потому что это время есть наше. И el amor, то есть любовь. Solo quiere, только хочет или лишь хочет. Quiere происходит от querer, хотеть. Хочет чего? Renacer. Nacer означает рождаться. Renacer означает рождаться заново. Отсюда же слово ренессанс происходит, да? Renacer, перерождаться, то есть рождаться снова. Quédate. Hoy no te me vayas como ayer. Сегодня не уходи от меня, como ayer, как вчера. Опять-таки, te vayas, no te vayas, это субхунтиво глагола irse, да, который мы уже здесь видели. Quédate, останься. На этом все. Как видите, очень много полезных слов, которые стоит выучить ими и научиться пользоваться. С вами был Иван Бобров. Оставляйте свои комментарии на страницах Музыкотеки, мне будет очень приятно их почитать. И не забывайте о заявках на новые песни. Hasta la próxima и nos vemos pronto.